Всем привет! Я всю свою жизнь думал, что все родители одинаковые, но оказалось, это не так. И я сегодня решил спросить у детей, кто же такой идеальный родитель. Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Алена. Ага, Алена. Ответь-ка, пожалуйста, каким, по-твоему, должен быть идеальный родитель? Он должен понимать ребенка и помогать ему в сложных ситуациях. Ну, они должны помогать с уроками и поддерживать нас, когда какие-то соревнования бывают. Внимательно следить за ребенком, воспитывать его, учить его манерам. Он должен быть заботливым. Когда ребенок болеет, должен покупать лекарства, еду и, ну, например, еще, чтобы он рано ложился спать, чтобы он утром проснулся, не, чтобы не засыпал в школе. Должен любить своего ребенка, должен уважать, следить за здоровьем, ну и все такое. Привет, как вас зовут? Яна. Анжелика. Инесса. Ответьте на вопрос, каким, по-вашему, должен быть идеальный родитель? Добрый, который всегда будет слушать своего ребенка и поддерживать. Ну, во-первых, он должен быть, конечно, добрым и учит к самостоятельности. Чтобы хорошо воспитывал, чтобы, как сказать... Ну как так, давал полезные советы, давал интересные вопросы. Даже не знаю, как объяснить. Опрос показал, что все родители должны любить и понимать своих детей. А на этом у меня опрос заканчивается. Всем пока!